новых скороходов, вот такие вот новые появились. Ну, их делали по нашему заказу. Мы просили сделать что-то более-менее крепкое. Вот, до этого у нас уже были вот такие вот и вот такие хуки. То есть, они все есть, вот такие вот только что появились. Вот, ну, вроде бы они крепче, так, по нашему субъективному мнению. Вот. Принцип работы скорохода, для тех, кто не знает, там, где сзади рукоятка, вставляется и просто крутится. Вот. Цена этих новых скороходов будет на сайте, телефоны, ссылки на сайт, все будет на видео.